коли нас нічого не хвилює, ми не хочемо йти до лікаря для чого, якщо і так все добре. Але це все можна було б сказати, якби це не стосувалося жіночого здоров'я. Саме про профілактику і про те, як часто потрібно це робити, знає наша наступна гостя Юлія Заворотня, лікар-онкогінеколог. І я справді знаю, що ви якраз у питаннях профілактики саме той лікар, який від профілактики все робить. Тобто, якщо буде профілактика, людина буде здорова. Не буде до нас приходити. Не буде приходити. Так. І от саме про це ми будемо сьогодні говорити, про те, як же потрібно ставитись до свого здоров'я, як потрібно себе налаштовувати, бо мало хто йде зараз до лікаря-гінеколога. Так? Ну, зараз, можливо, стали частіше, але все одно, це той лікар, якого бояться. Ще досі стало це питання, досі воно стоїть, бояться такого лікаря. Так, ви праві, Юлія. Дякую за запрошення і дякую за те, що ви приділяєте увагу цьому питанню, тому що ми з колегами стикаємося повсякчас з тим фактом, що незважаючи на те, що інформації дуже багато, про все це розмовляють, ну, як нам здається, ну, з усіх кутів. Іде інформація, яку можна отримати. Проте те, що ми бачимо кожного дня, ніяк не налаштовує нас на втіху, тому що ми бачимо ту патологію, яка є. І саме тому, що жінки не звертаються. І коли ти розмовляєш з жінкою і розкладаєш по поличкам всі ті маленькі дрібнички, щаблі, які призвели до того стану, з яким вона стикнулася, то жінки відповідають, якби нам отак розповіли, мабуть, ми б звернули на це увагу раніше. І тому дуже хотілося б, щоб нас почули. І тому я, як і прошлого разу, буду перепрошувати вас за те, що перейду на російську. Будь ласка, тому що я бачу з того, як спілкуюся з пацієнтками, що краща інформація, на жаль, поки ще сприймається російською мовою. Так. Пані Юлія, а скажіть, от ви вже говорили про те, що дуже довго йдуть люди до лікаря-гінеколога і особливо до лікаря-онкогінеколога. До нього не доходять. Ну, так? До лікаря-онкогінеколога приходять жінки вже з направленням, коли вони вже стикнулися з проблемою, коли це вже було виявлено. О, перепрошую, я обіцяла розмовляти українською, російською, перепрошую. Вибачте. Ну, то есть к врачу-онкогинекологу идут тогда, когда уже получают направление. То есть, когда есть проблема, она либо заподозрена, либо уже подтверждена. А для того, чтобы не допустить, нужно ходить к гинекологу по месту жительства. Или любая клиника, которая женщине больше нравится, она ей больше удобна, территориально, может быть, к какому-то конкретному врачу. Этот выбор всегда остается за женщиной, это ее, ну, право. И ничего страшного, и ничего складного в тому немає. Тобто це звичайний огляд, який ні до чого, нікого не змушує. Тобто вона прийшла, її подивилися і сказали, ви здорові, все, відпустили, да. Это ежегодный профилактический осмотр, который должен быть осуществлен. Но, тем не менее, есть еще так называемые группы риска. Ось, про группы риска хотелось сегодня. Есть группы риска, когда женщины должны обратить внимание и уделить своему здоровью больше, да, чем те, которые приходят просто на обычный профилактический осмотр. Ведь ни для кого не секрет, что наш организм – это замкнутая система, и мы функционируем, любой из нас, да, то есть все взаимосвязано. И если есть какая-то проблема в организме, то это может привести впоследствии и к патологии женской половой сферы. Что касается женщин, это, как правило, патология эндокринной системы, заболевания щитовидной железы, заболевания сахарного диабета. Если мы говорим о терапевтической патологии, это гипертоническая болезнь, это избыточная масса тела. То есть, казалось бы, иногда женщины говорят, ну где щитовидная железа и где гинекология? Ну что вы, доктор? Я говорю, поймите, гормоны половые находятся под контролем гормонов щитовидной железы, и поэтому это взаимосвязано. Поэтому женщины с патологией щитовидной железы имеют риски возникновения гинекологической патологии. И очень часто это проявляется в те периоды, когда наши женщины для себя определяют такую позицию. Ну все. Что это значит? Наступила менопауза, И вроде бы, знаешь, и как бы жизнь закончилась. Нет, жизнь не закончилась. И необходимость ежегодных осмотров, она тоже не отменяется. И когда у женщины есть сахарный диабет, когда у нее есть гипертоническая болезнь, у нее есть излишняя масса тела, есть патология щитовидной железы, эти риски повышаются в разы. Поэтому эти женщины, помимо того, что посещают эндокринолога, кардиолога, терапевта, они должны обязательно раз в год посетить гинеколога и обязательно сделать УЗИ органов малого таза, потому что только при вот таком профилактическом осмотре можно выявить состояние предопухолевой патологии, то, что называется гиперплазия эндометрия. То есть это когда происходит утолщение слизистой полости матки, но у женщины нет еще никаких клинических проявлений. И вот тогда есть шансы вовремя вмешаться, потому что гиперплазия относится к категории предопухолевых состояний. И если это вовремя не выявить, то такие женщины уже с симптомами развивающихся проблем оказываются в нашем лечении. От бачите, треба стільки всього знати, і тут, мабуть, всі лікарі повинні бути заодно. Тобто, треба, щоб один лікар перенаправляв до іншого, можливо, так, тобто, щоб така практика, але вона у нас існує. Да, безусловно, преемственность есть, но, опять же таки, не всегда, может быть, женщина хочет услышать, или не всегда доктор настолько четко может объяснить, потому что очень часто пациентки приходят, и ты у них спрашиваешь, вы наблюдаетесь у эндокринолога, у вас есть проблема, у вас сахарный диабет, а почему вы не ходили к доктору? Ну, вы знаете, эндокринолог говорил, что нужно, но все же как-то некогда. И вот имеем по факту ту проблему, которая теперь уже заставляє жінку приходити в онкологічний диспансер. Зараз справді дуже багато приділяється уваги самим дослідженням, так, і просто збору аналізів. І мало хто і це і робить, тому що потрібно їх багато їх здати, так, на щось на одне, на якусь проблему, на патологію чи на щось інше. І дуже часто вони дивляться, що там дорого це може коштувати, так, їх багато, і вони дорого, я щось здам, а щось ні. От трапляються такі випадки, так? І, звичайно ж, потім люди починають обирати, що для них, можливо, в першу чергу, можливо, в іншу. І потім та загальна картина, яка вже виходить, врешті-решт, знову ж таки, вона залишається невтішною, бо не пройшли просто обстеження, те загальне, яке треба було б зробити. Чи є в нас така проблема зараз з обстеженням? Ну, безусловно, экономический фактор, он влияет, но, тем не менее, мы всегда говорим о том, что профилактика, она значительно дешевле, а самое главное, эффективнее, чем лечение. Поэтому ведь не нужно делать обследования часто, да? Нужно сделать их вовремя. То, что касается, если вот мы уже затронули женщин в менопаузе, то есть для такой категории пациенток достаточно раз в год осмотра гинеколога, цитологического контроля, при необходимости может быть кольпоскопический контроль, то есть это осмотр шейки матки специальным аппаратом, который называется кольпоскоп, УЗИ-контроль органов малого таза, для того, чтобы оценить наличие или отсутствие какой-то объемной патологии в яичниках или же утолщение слизистой полости матки, и прохождение маммографии, то есть это рентген молочных желез. В принципе, то есть вот этот комплекс позволит говорить о том, что у женщины есть проблема или нет проблемы. И тогда в последующем ей не придется витрачати вже великі гроші. Справді, такі проблеми, з якими потім зіштовхується будь-яка жінка, то ніхто вже не рахує тих грошей, продають усе на світі і намагаються якось вилікуватись. І справді є таке. Так, і ми вже в прошлий раз з вами говорили о том, що ми нікому не можемо гарантувати достіження 100% ефективного результату при онкопатології, к сожалению. І от тоді виникає вопрос, почему мы тратим деньги зря, да? Но опять же таки возвращаемся к тому, что если бы вы вовремя сделали вот немножечко для собственного здоровья, не пришлось бы входить в очень серьезные затраты и, в общем-то, переживать те эмоциональные стрессы, которые Это ни для кого не секрет, наши пациентки переживают, когда виявляється онкопатологія. Ну, справді, тут лікарям не позаздриш, та й тим людям, які з цим живуть, теж. Але готуватись до гіршого, мабуть, краще, ніж потім почути щось страшне. Тобто, ну як готуватися? Я справді не говорю, що потрібно одразу думати, що щось з вами буде не так. Ні. Просто розуміти, що якщо навіть щось сталося не так, то це не кінець світу. Тут треба іти і працювати над цим, треба щось робити. Безусловно. И если регулярно проходить обследование, то это всегда будет выявлено на самой ранней стадии, на стадии предопухолевой патологии или, может быть, там, на ранней стадии развития опухолевого процесса, и, безусловно, это в разы повышает эффективность лечения. Знаете, я хотела бы вам сейчас привести еще такой пример. Ну, ни для кого не секрет, да? У нас достаточно большое количество женщин сейчас носителей ВИЧ-инфекции. И носители ВИЧ-инфекции, женщины, наиболее часто имеют сопутствующую патологию в виде рака шейки матки. Ну, есть такая проблема. И вот, несмотря на то, что данные пациентки состоят на учете в центре СПИДа, они получают антиретровирусную терапию, при всем этом они не посещают гинеколога. И когда они приходят, а ведь... Потом... А чему вы понимаете, есть ситуация, когда вот прийти в центр СПИДа они могут, ну потому что там, ну как бы, да, вокруг такие же, как они, а пойти куда-то еще в другое лечебное учреждение срабатывает, ну вот этот страх. Узнают все, узнает окружение. А может, не примут? Или такого нет? Нет, вы поймите, мы работаем с ВИЧ-инфицированными ежедневно. Я уже сказала, наиболее частая сопутствующая патология – рак шейки матки или предопухолевая патология шейки матки. Ну, так сложилось, так из-за того, что есть проблема напряжения с иммунной системой у ВИЧ-инфицированных, здесь тоже, как говорится в народе, слабое место. Поэтому да, такие женщины должны проходить осмотр раз в полгода для того, чтобы не столкнуться еще и с этой патологией, потому что ВИЧ-инфицированные достаточно сложно поддаются лечению, у них есть уже проблема с иммунной системой, и, безусловно, все наши методы, которые мы потом применяем, могут не дать результата. И когда им все это объясняешь, они, я всегда говорю, что это вам нужно научиться с этой проблемой жить. И вот насколько вы будете понимать, что у вас есть серьезная проблема, и чтобы не допустить еще одной серьезной проблемы, нужно для себя сделать совсем немного. Прийти к врачу и понять, что вы здоровы. Чтобы доктор-гинеколог вас осмотрел, провел вам цитологический контроль, и вы понимали, что с вами все в порядке, потому что в вашем организме уже есть серьезная проблема. И вторая... но может быть для вас просто смертельной. Я не утрирую сейчас, это действительно так. И очень обидно, когда это категория молодых, да? Потому ну, что так. Проблема есть, жить, она так. насущная. Мы не можем закрыть глаза на ВИЧ-инфекцию и на количество ее распространения. Но мы должны говорить о том, что ВИЧ-инфицированные женщины – это группа риска по возникновению предрака и рака шейки матки. Для того, чтобы они нас услышали и поняли, что от них и только от них зависит, столкнутся они с этой проблемой или нет. Потому что очень часто приходит пациентка, опять-таки, ну, не научилось наше общество еще настолько жить вот с этой проблемой. Некоторые сразу говорят: доктор, я хочу вас предупредить, у меня есть такая проблема. Угу. Тогда скажите мне, пожалуйста, когда вы были последний раз на осмотре у гинеколога до того, как у вас нашли эту проблему? Несколько лет. 5, 7, 10. Спрашиваю, получаете антиретровирусную терапию? Да. Почему не ходите к доктору? Но знаете, как-то не хочется лишний раз озвучивать проблему. И когда рассказываешь, что а вот именно ваше желание закрыться в эту ракушку привело вас к онкогинекологу, вот здесь получаются и слезы, и расстройства, иногда агрессия. Очень часто пациентки приходят, и мы всегда... в процессе обследования направляем сдавать анализы на РВ, ВИЧ и гепатиты. Пациентки сдают анализ, приходит результат положительный, и мы обязательно их направляем на консультацию к инфекционисту, они приносят заключение, и там всегда отмечено, когда впервые была выявлена эта проблема. Поэтому обмануть можно только себя. Звичайно, так. А ось бачите, а що у відповідь чує лікар тоді, коли він хоче допомогти? От ви вже сказали, що різні бувають випадки, коли справді приходять люди, одні налаштовані позитивно, одні розуміють, що їм допоможуть, а інші взагалі не розуміють, для чого це. І що з ним тут будуть робити? Емоціональні реакції бувають різні, от, скажімо, такої людей со стабильной психикой, они готовы, они говорят: я понимаю, у меня есть проблема, я хочу сделать все, чтобы ее решить, поэтому вот насколько вы можете мне помочь, я сделаю все, что вы мне порекомендуете. Есть пациентки, которые закрываются и говорят: не надо меня пугать, меня ничего сейчас не беспокоит, я чувствую себя хорошо, вам бы только вот кого-нибудь лечить. Ну, в таких случаях всегда говоришь: вы видите очередь. Если хотя бы один человек из этой очереди уйдет, я думаю, ни один из наших докторов не расстроится. То есть нам будет меньше работы. Но вот пока вас еще не беспокоит, прислушайтесь и поймите, что мы готовы отдать вам свои знания. Было бы у вас желание только их взять. Бывают такие реакции. Бывают реакции очень агрессивные, когда у пациентки в момент того, когда ты сообщаешь ей диагноз, ну, я понимаю, знаете, рушится мир, потому что, кажется, все — это конец света. И вот здесь бывают очень агрессивные проявления, потому что в этот момент она думает, что виноваты все. Да, виноваты все, но только не она. И поэтому вот в таком состоянии эмоциональном они не готовы слышать вообще ничего. То есть у них есть приоритет того, что все закончилось и все плохо. И виноваты все, кто угодно. В процессе общения зачастую потом мы переходим уже к другим. Вы уже и психолог заразом, потому что приходится, этого требует просто, ну, то общение с людьми, которое приходится иногда быть очень строгой, иногда даже жесткой, потому что когда женщина находится вот в таком эмоциональном стрессе, она ничего не слышит, и иногда приходится быть достаточно жесткой. Потом пациентки приходят, и некоторые из них благодарят и говорят, что если бы тогда вы меня вот так не одернули, вы мне вот не разложили все вот так и не сказали, что это я виновата, я бы, наверное, ничего не пошла делать. Ну, то есть здесь уже в зависимости... Ви просто віддаєте частинку себе весь час кожній тій людині, яка приходить, кожній жінці. І справді тут навіть не знаю, що сказати, тому що справді лікар отут він допомагає, він дивиться на ситуацію збоку, але він тут все з нею, з тією жінкою, він знає, що треба з нею робити. А жінка не розуміє ще цього. Це справді стрес, це така ситуація. Є жінки, які приходять і... Ну, у них есть желание, чтобы их пожалели, их, ну, как-то, может быть, утешили. Но я в таких случаях всегда говорю: для этого не нужно приходить к доктору. Это дома со своими родными, близкими, которые вас пожалеют и утешат. А к доктору нужно прийти с единственно правильным вопросом. Я осознала, что я допустила в отношении собственного здоровья определенные, ну, скажем, такие оплошности, да, это привело к проблеме. Доктор, скажите, что с этим сделать? И исходя из этой позиции, получить рекомендации, их выполнить и уже в содружестве с доктором решать эту проблему. Я говорила об этом в прошлый раз, и я еще раз скажу, что 80% залога лечения, эффективного лечения наших больных, наших пациенток – это их настрой. Мы только помогаем, мы отдаем свои знания и все возможности современной медицины. А вот насколько пациентка примет нашу помощь, она осознает, поймет и будет готова сама бороться с собственной проблемой, при нашей помощи, опять же таки, от этого будет зависеть результат. У нас зараз в Дніпрі, в нашому місті, так, є дуже багато центрів, де користуються сучасними методиками для того, щоб вилікувати будь-яку проблему. Не треба їхати нікуди. От вже ми з вами говорили про те, що можна навіть не користуватися тією допомогою, яка є за кордоном. У нас тут є багато фахівців, є багато чого. Можна тут все отримати, так? Є центри різні. Ви можете рекомендувати того чи іншого фахівця, чи це можна зробити в одному місці все? Нет, ну если мы говорим о профилактике, а мы говорим о профилактике, да, то в принципе любое лечебное учреждение, если мы говорим о профилактике онкогинекологической патологии, может в городе Днепре оказать вот тот необходимый объем консультаций и диагностических манипуляций, который необходим каждой женщине для того, чтобы убедиться в состоянии собственного здоровья. Это и государственные клиники, это и частные клиники, это и частные кабинеты. То есть возможностей масса, нужно захотеть. Можно и бескоштовно пройти. Безусловно, по месту жительства есть возможность сделать это. Я про це і хотіла зараз сказати нашим глядачам, що треба так турбуватися про своє здоров'я, незважаючи ні на що, на кошти так тим більше. Треба просто мати усі можливості ваші. Це бажання, в першу чергу, це бажання. Треба, щоб ви розуміли, що здоров'я залежить лише від вас. І потім далі вже для себе шукати варіанти, чи це буде безкоштовна державна клініка, чи це, можливо, частна структура. Тобто зараз дуже багато приватних різних клінік, які можуть потурбуватися про ваше здоров'я. Так, можна прийти і все це зробити настільки, наскільки у вас є для цього можливості. Безусловно. І кожна людина це може зробити один раз на рік, всього-навсього, да? Один раз на рік. І все, і ви будете знати, що всі ваші аналізи нормальні, ви здорові і все добре. І тут ми зараз не про те говоримо, щоб, знаєте, щоб статистика якось у нас покращилась чи погіршилась. Знаєте, от багато хто говорить, що, знаєте, є ті люди, яких недообстежили, а прям здорових, таких на 100% їх ніколи не буде. От ви тільки ходіть по лікарям і все. І ви побачите, що у вас щось знайдуть. Є правда, є ложь, є статистика, да? Є таке висказування. Ну, тим не менше, ну, вопрос же в осознанності поведення. Ведь не важно, какие цифры, да, будут где-то там, в статистических данных. Важно одно – есть каждый конкретный человек, каждая конкретная женщина, единственная у себя любимой. Почему не побеспокоиться о собственном здоровье? То есть, вы понимаете, ну, здоровье – это не земля за колхозом, извините за такое, да? Вот сравнение. Здоровье – это то, что дается нам, и мы должны его беречь, ну, вот как ничто другое. Никакие другие материальные блага не соизмеримы с тем, что есть здоровье. Потому что зачастую вот осознание этого приходит только в момент, когда оно уже теряется. Да, есть вот современные методы лечения, да, мы можем помочь, но все равно это значительно сложнее, затратнее, чем побеспокоиться о себе вовремя, о своем режиме дня. Угу. Да, то есть, больше спать, гулять, так? Ну, вопрос больше-меньше, да, по возможности высыпаться. О своем эмоциональном состоянии. Это работа над собой и ощущение себя в этом мире. Вот у вас же была психолог перед нами, вы говорили об этом, да? Режим питания. Что мы едим, как мы едим. Да? Не едим для того, чтобы наесться, а едим для того, чтобы восполнити свої потребності. Пані Юлію, якщо, вибачте, я просто хочу додати до того, що ми їмо. Зараз от багато хто дуже хвилюється про те, що є ГМО, наприклад, так, є ті продукти, які взагалі не бажані для нашого раціону. Чи це якось може бути пов'язаним з онкозахворюванням? Безусловно, безусловно, якщо ми немножечко отойдем от онкогинекологической патологии, то сейчас очень большое количество заболеваний желудочно-кишечного тракта, и они тоже молодеют. И наши специалисты сталкиваются с этим, и я думаю, что ретроспективно уже, когда будет оценена то, что мы говорили, статистика, что режим питания и что едят. То есть все, что содержит красители, консерванты, стабилизаторы, все вот эти продукты, безусловно, они могут приводить к рискам возникновения онкопатологии. То есть, ну, со всех экранов, со всех сторон говорят, да, о вреде сладких газированных напитков, о вреде слабоалкогольных вот этих вот продуктов, которых очень много, о продуктах очень длительного хранения. Но, тем не менее, это проще. Да? Вы зайдите в магазин и посмотрите вот на кассе, что покупают. Фастфуд, дуже популярний. Безусловно, так, понимаете, а можно чуть-чуть потратить время для себя любимого, да, но понимать, что вы делаете это с целью того, чтобы сохранить свое здоровье. Наостанок хочеться, щоб глядачі почули від вас буквально там на висновок декілька слів, так, щоб вони розуміли, наскільки це важливо, наскільки важливо мати здоров'я тут, зараз. И не думать про то, что колись я там, колись. Может быть, когда-нибудь я этим займусь, да, придет время. Ну, с учетом специфики своей работы буду обращаться, безусловно, к женщинам, поэтому всегда говорю, милые женщины, вы у себя единственные и любимые. Поэтому кроме вас, о вас не позаботится никто. Поэтому все ваши отговорки по поводу того, что вам некогда, потому что у вас работа, дети, мужья, это просто отсутствие определенной мотивации. Вы просто не любите себя. Поэтому в прошлый раз говорила, и в этот раз повторюсь, любите себя, заботьтесь о собственном здоровье. Сделайте для себя любимой то, что важнее всего. Потому что внешняя красота, при том, когда теряется красота внутренняя, будет никому не нужна. Це буде просто вже неможливо. Я вам дуже дякую, пані Юлія, що прийшли сьогодні до нас і ще раз нагадали про те, як нам потрібно берегти себе. Це найголовніше. Це справді дуже важливо для кожної з нас. Для жінки це просто, це справді дуже ж хочеться, щоб ми всі квітли кожного дня, правда? Щоб ми посміхалися, мали здоров'я, мали радість і мали надію на майбутнє. Безумовно, це безумовно. І якщо нас з вами почує нехай невелика кількість людей, і якщо це спонукатиме зробити правильні кроки у відношенні свого здоров'я, я буду вважати, що ми з вами недаремно провели час. Справді, дякую вам.